Здравствуйте, дорогие мои друзья, слушатели и зрители. Продолжаем литературную страничку. Поздравляю всех с Пасхой. Среди лесов и стройных тополей я был рожден от плоти человечьей. Но волчий вой мне все-таки милей моей родной членораздельной речи. О, сколько раз, глотая пену вьюг, я слышал вой, тоскующий и долгий. Вот и сейчас мне кажется, что вдруг хлестнет метель, и в ней завоют волки. В мои года не принято грустить, коль голова и сердце не поладят. За эту грусть прости меня, прости, мой дорогой четвероногий прадед. Сегодня, кстати, удивительный день. 20 число 2020 года. Вчера было 19 число. COVID-19. Продолжаем самоизолироваться. Никого не волновало взором, но когда смотрела на людей, по твоим глазам, как по озеру, проплывала стая лебедей. И когда глаза твои смотрели, думал я, не отдохнуть ли тут, здесь, наверное, плавают форели, и большие лилии цветут. Был мне дорог, как бродяги, скажем, этих глаз бесшумный водоем. Он вставал мучительным миражем в необъятном странстве моем. Так смотри всегда таким же взором, чтобы для меня и для людей по твоим глазам, как по озерам, проплывала стая лебедей. Не грусти, не печалься о встрече. Мы придем в город нашей любви. Тихой песней в такой же вот вечер постучу я снова в окна твои. Тихой песней в такой же вот вечер постучу я снова в окна твои. Ну вот так, примерно такая точка. До следующих встреч!